Життя в країні дорожчає кожен день, і мобільний зв'язок не виключення. Ще у 2016 році абоненти багатьох компаній-операторів отримали СМС про змінення тарифу. Сообщення приходили, оповіщення. Як до цього відноситесь? Так же, як і всьому остальному. Тобто ціни ростуть везде. Стоїмость устраює вас? Ні, не дуже. Кожен раз змінюється, тому навіть не знаєш, коли, як буде. У вас теж, да, змінили тариф? Да. То сначала делали какой-то экспериментальный, потом сначала было 39, потом 59. Звісно, це викликає обурення. Были доступные цены, альтернативные тарифные планы, а сейчас нагло выкручивают руки. Я не понимаю, зачем платить больше за те же самые услуги. Хотя связь лайф по всей Украине не работает. Например, если ехать в поезде, то связь просто ужасная. Каждый месяц по 40, 50 или 70 гривен, то, конечно, дороговато. Ми вирішили розібратися у цій проблемі. Спочатку спробуємо звернутися у регіональні представництва. Алло. Алло, це філія... Це не лайф. Це не лайф. Лайф уже давно улетіло. А, понимаю, извините. Дзвонимо за сервісними номерами, але нам відповідає тільки автомат. Прийдеться завітати до офісів компанії особисто. Ми знаходимося біля головного офісу одного з мобільних операторів України. Але, на жаль, він зараз закритий на ремонт, тому отримати коментар щодо підвищення тарифів не вдалося. Тут невдача. Йдемо до іншого оператора зв'язку. Заходимо, демонструю посвідчення та запитую, чи може хтось прокоментувати підвищення тарифів. Керуючий філією посилається на Київ. На камеру коментувати відмовляється. Ну, а може на основі якогось закону там відбувається? Ну, є якийсь закон, який дозволяє, допустимо, міняти? Раніше був стаття 38, по-моєму, пункт 5. Хоча, не мере, так, раніше на пакетах писали, що оператор має право в односторонньому порядку міняти условия тарифного плану. А можете подсказать, с кем можно связаться, может быть, в Киеве? Потому что мы звонили везде автоответчики. То есть с оператором нельзя связаться и вообще ни с кем. Да, может, напишите, напишите нам комбинацию, да. Потому что мы не могли с оператором связаться. Автоматическое. І в цьому офісі мобільного оператора, на жаль, не знайшлося людини, яка б надала коментар щодо підвищення тарифів. Але нам надали номер, за яким нібито можна зв'язатися з оператором. Сподіваємось на подальший діалог. Перестать пользоваться, тоді може щось задумається. Тільки так. Отже, як кажуть, поки тримайтеся. Поки тримаємося, і на щастя є оператори, які виходять на зв'язок і готові коментувати тарифи. У нас сьогодні в гостях директор магазину Національного оператора мобільного зв'язку Оксана Полянська. Вітаю вас, дякую, що ви з нами. Отже, розпочнемо із тарифів. У 2017 году змінення тарифних планів дуже багато. І хотілося б в першу чергу узнати відповідь на той питання, який інтересує абсолютно всіх. Чим це продиктовано? Чому це повищення? Ну, хочу сразу уточнить, компания Vodafone Ukraine тарифы не поднимала, возможно, вы имели в виду каких-то других операторов, да? Вот. На сегодняшний день вот эта вот сфера услуг, сфера связи, она оказалась самой стабильной в Украине, потому что если сравнивать последние, предположим, 10 лет, то тарифы не только не повышались, да, они в основном понижались. А если в 2006 году стоимость минуты разговора там стоила 10 копеек, то сейчас она составляет там 2,5 копейки. То есть звонки уменьшили стоимость в 4 раза, а пользование, стоимость интернета уменьшилась в 13 раз. Вот. А поэтому говорить о повышении стоимости здесь как бы не резон. А что касается, конечно, тех факторов, которые сейчас идут и происходят в экономике,
что не сказаться на бизнес не может, конечно, и повышение тарифов, и повышение коммунальных услуг, которые мы оплачиваем, да, и государство постоянно нам поднимает стоимость платы за частоты, которыми мы пользуемся, и налоги, ну, все вот это вот. А плюс курс доллара, евро тоже влияет на бизнес, потому что все оборудование, которым мы пользуемся, это и базовые станции, коммутаторы, нам приходится покупать за пределами Украины, потому что в Украине ну, просто не производится. Я так понимаю, что вот это снижение стоимости да, за минуты, за интернет и так далее, это за счет того, что увеличивается количество трафика, которое предоставляется в рамках этого тарифного плана и мобильного интернет-трафика, да, ну и, соответственно, количество минут. Правильно я так понял? Или сумма почему уменьшается? За счет чего? За счет чего уменьшается? В Украине используют такую тарифную модель построения как тарифных планов с абонентами, как используют во всем мире. Называется она Voice and Data, то есть интернет плюс бесплатные разговоры. Поэтому за разговоры, уже особенно внутри сети, оплата не берется. Оплата берется только за дополнительные услуги, которые абоненты пользуются. Да? Это может быть интернет, это может быть смс-ки, ну и звонки, конечно, другим операторам, потому что мы за эти звонки платим операторам. В 2017 году изменения какие-то в тарифах происходят, возможно, количество трафика, который предоставляется, возможно, даже и вообще новые тарифы, старые какие-то закрываются. Мы стараемся, чтобы тарифы в любом случае, несмотря ни на какие экономические ситуации, которые происходят, оставались привлекательными для абонентов, оставались доступными. Появится новый спрос, будут появляться новые тарифы, потому что возникновение тарифов, оно связано с тем, чем абонент пользуется. Ни для кого не секрет, что сейчас уже меньше пользуются голосом, смс-ками, больше пользуются все-таки интернетом и различными мессенджерами. За последний год пользование интернетом вот, у наших абонентов выросло в два раза. Поэтому будет спрос, будут новые тарифы. Ну да, спрос все-таки растет, и, наверное, за счет даже не только и молодежи пользуются мессенджерами все. Но вот по поводу тарифов, да, есть ли на сегодняшний день тарифы, как было раньше, чисто для звонков, чисто для интернета, или все вот так в комбинированном уже виде? Сейчас идет комбинированный вид, потому что выделить абонента, который четко пользуется чем-то одним, сейчас уже нельзя, потому что и телефоны, это уже смартфоны, обычных телефонов нет. Поэтому тарифы комбинированные, звонки внутри сети, еще раз повторюсь, они бесплатные, за них не снимается оплата. Вот. И тарифы наши универсальные, они работают по всей Украине, потому что люди передвигаются. Вот это все учтено в тарифах. Вот, как раз по поводу передвижения, потому что в сюжете звучало, что один из операторов сложно его уловить в другой какой-то области. И есть у некоторых операторов такая фишка, как региональные тарифы. Они дешевле по абонплате, но, соответственно, не работают, если ты выезжаешь уже в соседнюю область. Есть ли у вас подобные тарифы? Тарифы у нас универсальные. Они работают по всей Украине. То есть региональных нет? Нет, в регионе нет. У нас они все работают по всей Украине. Вот, что еще отличает наши тарифы? Это отсутствие каких-то вот скрытых, каких-то подводных камней, подводных услуг, которые как бы навязываются абоненту. То есть он не хочет ими пользоваться, но его заставляют оплачивать. То есть вот этого нет. А возможность сэкономить какими-то услугами, да, она учтена, то есть здесь каждый уже в зависимости от того, чем он хочет пользоваться, может воспользоваться, ну, чтобы не говорить какие-то цифры, ну, так, вкратце, услуга и год без абонентской платы, и роуминг как дома, и безлимитные звонки за границу. То есть каждый для себя может найти любую услугу, на которую он может сэкономить. Ну, и, конечно же, еще такой вопрос, остается у нас буквально несколько минут. Хотелось бы вкратце узнать все-таки контрактная и форма да, сотрудничества, скажем так, с Водафоном и предоплата. Что лучше на сегодняшний день, где шире диапазон вот, сетка этих тарифов и, соответственно, возможность больше сэкономить? И предоплата и контракты не имеют права на жизнь, да, имеют свои плюсы. Предоплата позволяет больше, скажем так, контролировать свои расходы. Контракт дает абоненту больше свободы и дает возможность все-таки разговаривать в долг. Ситуации бывают разные.
Что касается еще каких-то вот плюсов, то вот сейчас очень много говорят о возможности перехода между операторами с сохранением номера. Угу. Так вот, именно контрактные абоненты будут сразу иметь, как только такая возможность появится, перехода, сразу будут иметь возможность воспользоваться угу. ею, а абоненты предоплаты все-таки им нужно будет регистрироваться. Понятно. Ну и, конечно же, от вас, как вот от эксперта этой сферы, несколько советов. В чем люди ошибаются, и в чем, например, переплачивают? Хотелось бы услышать о тех подводных камнях, которые есть, например, у других операторов, да, где это уличить, скажем так, своего оператора в этом. И еще один момент. Советуете ли вы использовать несколько сим-карты для разных тарифов, чтобы, соответственно, экономить или нет? Ну, по поводу уличить где-то что-то кого-то оператора, просто внимательно пользоваться, внимательно ознакомиться со своими тарифами. Угу. Одинаковые тарифы для всех подходить не могут. Для этого и существует линейка тарифов. Угу. Просто четко для себя понимать, что тебе нужно, чем ты хочешь пользоваться, да, и подобрать наиболее оптимальный тариф. Угу. Что касается пользования несколькими сим-картами, да, есть люди и 2, и 3 сим-карты. Угу. Но больше здесь все-таки связано со спецификой работы, когда нужно разговаривать со многими операторами, угу. да. Вот. Лично мне неудобно, у меня одна сим-карта, угу. уже очень много лет. То есть тоже индивидуально. Вот. И поэтому просто оптимально для себя подобрать тариф. Поэтому я хочу обратиться к людям, пожалуйста, не оставляйте на потом выяснение каких-то угу. нюансов, которые вам непонятно. Пожалуйста, обращайтесь на наш сайт, звоните в центры обслуживания на 3 единицы. Приходите в магазин буквально меньше, чем и все будет консультироваться. 2 месяца назад, да, мы в центре города открыли новый магазин Vodafone. Ну что ж, будем надеяться, что связь будет повышаться в качестве, и, соответственно, для нас, для пользователей будет только побольше услуг, которые будут расширять наши возможности и давать нам свободу в общении. Спасибо большое вам за то, что вы сегодня пришли к нам в студию. Я нагадаю еще раз, что сегодня спілкувалася с директором магазина национального оператора мобильного связку Оксаною Полянською.